некомфортной, тревожной. Вам нужна поддержка, вам, нам всем нужна помощь. Что такое зависимость в отношениях? Я мужчин не оправдываю, и человек срывается. Нужно нырять в психологию, нужно учиться, нужно развиваться. В целом люди склонны к грубостям. Отношения не созданы для того, чтобы в них страдать. Как правильно расставаться с мужчиной, если знаешь, что он тебе не подходит? А неправильно это как? Можно вот сразу, вот вы хотите правильно расстаться, а неправильно это как? Чтобы я просто понимал, ну, допустим, если вы придете и скажете, ну, мы расстаемся, да, или я понимаю, что дальше нам нет смысла продолжать, потому что я не вижу в тебе своего мужа. Да, ты классный мужчина, ты замечательный, красивый, бла-бла-бла, шикарный, классные стихи сочиняешь, там, вкусной шаурмой меня кормил, но я понимаю, что для меня важно общаться с мужчиной, взаимодействовать, в котором я вижу мужа, с которым я чувствую себя будущей женой, там, вижу в нем, там, отца наших детей и так далее, и так далее. Я понимаю, что этого взаимодействия с тобой у меня этого нет. Это не значит, что ты плохой. Это не значит, что с тобой что-то не так, с тобой все в порядке, но я не вижу смысла в дальнейшем продолжении. Поэтому я приняла решение поставить точку, поэтому все, после этого мы не продолжаем. Все. То есть, что я сделал? Короткая версия того. Я не обидел человека, да, я не задел эго и не сказал, что ты, с тобой что-то не так, или ты красивый, тупой, или еще что-то, да. Максимально бережно это делаем и больше говорим про себя, что я... Вот такие мои намерения. В этом контексте, в нашем с тобой взаимодействии, я этого не вижу, не чувствую, не ощущаю. Поэтому я не вижу смысла в том, чтобы продолжать занимать свое и твое время. Все. Да? Значит ли это, что человек точно не обидится? Если он нормальный, то на эти слова он не обидится. Если он ранимый, инфантильный или манипулировать будет, то, конечно же, он обидится, чтобы вызвать чувство вины, чтобы вызвать жалость, чтобы вас как-то удержать и так далее. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема – это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать. Вторая тема – это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. И третья тема – это как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Это уникальный курс, авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, осознаете – вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все те темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к вас к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Почему мужчина часто кричит или грубит в разговоре? Я думаю, что в целом люди склонны к грубостям и крикам. Это касается не только мужчин, но и женщин. В разных контекстах. Это касается отношений, воспитания детей и, возможно, даже в рабочих процессах и по отношению к своим родителям. Это первый тезис. Второй тезис, почему, наверное, вам виднее почему. Что происходит до того, как он кричит, правильно? Или когда вы начинали отношения, если отматывать пленку назад, когда все начиналось с того момента, как вы встретились, наверное, он не сразу кричал. То есть, если он сразу кричал, значит, вы такого мужчину выбрали почему-то и зачем-то. Но, наверное, его крики начались с какого-то момента. И обычно человек кричит, когда ему кажется, что его по-другому не слышат. Если убрать вот эту историю про то, что он кричит, ну, представьте, он хочет доставить вам какое-то сообщение. Ему кажется, что когда я кричу, тогда она точно услышит. Проверьте, есть ли такой вариант, что когда он вежливо с вами разговаривает, вы этого не слышите, но когда он начинает кричать, вам становится страшно, и вы начинаете его слышать. Если это, или же обнаружьте, что возможно, что он вообще не пытается вежливо разговаривать, он сразу кричит. Окей, значит, он вас не уважает. Значит, он почему-то считает это нормальным. Поэтому вам тоже нужно разобраться, ну, выяснить спокойно, а почему так происходит, что им движет, без претензий. Без наезда. Понять, что происходит. И спокойно объяснить, что давай попробуем по-другому. Да, давай попробуем взаимодействовать. Давай договоримся по-другому. Что, допустим, если тебя что-то не устраивает, давай попробуем по-другому. Что там более спокойно, в таком формате, ты мне говоришь или пишешь мне вот такое сообщение, и я это слышу. Или, возможно, в спокойном разговоре выяснится, что он скажет. Да слушай, ну я же с тобой спокойно, вот помнишь, разговаривал? Ты не слышала.
По моим наблюдениям, я мужчин не оправдываю, это плохо, не должно быть разговоров в отношениях на повышенных тонах, но что я вижу? Есть девушки, которые выросли в тираничных семьях, и у них выработалась такая конструкция, что я слушаю только того человека, которого боюсь. Вот когда родитель на меня орет, я слушаю, да? То есть какая конструкция? Родитель орет, мне страшно, и тогда я становлюсь послушным таким человеком. А если родитель на меня не орет, значит, ничего важного не говорит. И поэтому можно не слушать, да, и в принципе не страшно, когда родитель вежливо говорит. Продиагностируйте себя, нет ли у вас такого. Потому что я вижу на основании своей психологической практики, взаимодействия в разборах, в соцсетях, в обучении, я вижу у многих такую конструкцию, что у нас, в принципе, в менталитете такая история, что мы как будто бы боимся старшего дядю, да, который наругает. И вот если нам страшно, значит, мы человека уважаем. А если вежливо, значит, ничего серьезного не происходит. И, возможно, у вас такое в отношениях. При этом всем, еще раз повторяю, что повышенные тона, если это происходит часто в отношениях или с какой-то регулярностью, это очень плохой симптом. И в таких отношениях очень тяжело быть, потому что отношения не созданы для того, чтобы в них страдать или терпеть агрессию, абьюз и подавление. Как выйти из созависимости в отношениях? Нужно отойти в сторону и посмотреть на это методологически. Что такое зависимость в отношениях? Это ровно такая же зависимость, как зависимость от алкоголя, вредных веществ, никотина, переедания. Кто-то зависим от сериалов, да, там сутки напролет смотрит, кто-то игроман, да. И зависимость в отношениях от другого человека – это такая же зависимость, она ничем не лучше. Какой признак зависимости? Это когда мы без чего-то не можем и это делаем что-то, да, например, пьем алкоголь, и при этом мы не можем без этого. Мы понимаем, что алкоголь нам вредит. Да, в моменте приятно. В целом он вредит организму, а в больших количествах он разрушителен для организма. Но человек не может не употреблять. Что нужно здесь увидеть? Что человек пьет алкоголь не потому, что он не знает, что это вредно. Вот многие женщины думают, я сейчас мужу, вот у меня муж алкоголик, я ему сейчас всеми силами вот буду пятый год подряд докажу, что он вредит своему организму. Он просто не знает. Вот я ему сейчас докажу, что это плохо, и тогда он перестанет. Поймите, алкоголик знает, что это вредно здоровью, но он не может на данный момент, он не может это доказаться. Он зависим от этого. А что это значит? И он это делает не потому, что он получает удовольствие, хотя в моменте в каком-то он получает, но он от чего получает удовольствие? От облегчения. То есть это значит, что у него есть некое состояние, в которое он впадает, настолько некомфортное, тревожное или депрессивное, настолько тяжелое эмоциональное состояние, что ему нужно как-то облегчиться. Ему нужно выйти в другое состояние, более переносимое. И он выработал в себе вот такую привычку. К чему эта вся занудная история? К тому, что в отношениях то же самое. Женщина, которая находится в зависимых отношениях, что это значит? Она знает, что мужчина ее разрушает. Она знает, что он поднимает на нее руку, он портит ей самооценку. Она знает, что там все хуже стало. То есть многие сферы жизни стали хуже. Она это знает. Ей подружки говорят, ну ты что? Он же плохой, ты брось его. И подружки думают, что она не знает об этом. Да все знает. Просто ее собственное состояние, состояние собственного я, настолько невыносимое, непереносимое, что ей одной гораздо хуже, чем с этим мужчиной. Да? Вот то же самое человеку-алкоголику, ему без алкоголя гораздо хуже, чем с алкоголем. Чтобы выйти на новый уровень, то есть избавиться от зависимости, нужно не от зависимости избавляться, а что делать? Укреплять, усиливать свое состояние, работать над своим состоянием, да, делать так, чтобы мое среднее состояние было каким, как минимум, не счастливым, там, радостным, продвинутым, а хотя бы таким, с которым я справляюсь, с таким, которое переносимое, которое, ну, более-менее нормальное. И для этого человек должен принять решение создать в хорошем смысле новую зависимость. Это какая? Идти в развитие. Когда я себе ставлю цель на год, план на год, я понимаю, что за этот год мне нужно проделать по разным сферам разную работу над собой, для того, чтобы мое состояние укреплялось. И тогда мне не нужны будут костыли.
в виде недостойных партнеров, в виде рюмочки, в виде очередного кальяна, в виде перееданий перед сном, да, или не перед сном. Все, у меня уже нет в этом необходимости, потому что когда мы не прорабатываем собственное «я», и мы пытаемся силой воли избавиться от вредной привычки, чем это заканчивается? Это вначале может быть и прикольно, но это заканчивается срывами, да, человек там переедал такой, ой, все, я на диету, да, или все, правильное питание. И человек срывается, потому что, ну, просто срывается, и потом еще больше набирает, например, вес, да, или еще больше алкоголя, или еще больше вредного, да. Также женщина, все, я бросаю этого абьюзера, нарцисса, этого тирана, уходит от него, а потом что? Ей становится одиноко, скучно, плохо, и что она? Ну, приезжай. И потом она песню «Царица» в такси мчится к нему, к тому, который обещает ей, что он все понял, он изменился, и она в этой иллюзии возвращается к нему. Поэтому так это не работает. Поэтому нужно нырять в психологию, нужно учиться, нужно развиваться. Когда я говорю развитие в моей технологии понимания, я ответственен за свои продукты. У меня есть продукт «Путь женщины», у меня есть обучение на профессию «Психолог с нуля» для себя, либо как профессия с дипломами гослицензии, диплом о переподготовке, международный диплом MBA, там, также мужчины Сколково, обучение на сексолога с нуля. Также есть выпускники моего института, психологи-консультанты с дипломами государственной лицензии, у них дипломы и так далее. То есть они абсолютно компетентны. Вам нужна поддержка, нам всем нужна помощь. Мы живем в классное время, которого не было у наших родителей, у наших бабушек. Это возможность учиться, возможность получать какое угодно образование, прокачиваться и делать свою жизнь лучше. И в чем еще проблема с зависимостями? Когда мы себя не прорабатываем, это когда человек от одной зависимости избавляется, кажется, что избавляется, а на самом деле подменяет на другую зависимость. Да, вот я сейчас там переедаю, все, я не переедаю, все, я уже в форме. И появляется другая зависимость. Человек начинает, например, курить. Или я помню, моя мама всю жизнь курит. И она пыталась бросить курить. Точно помню, на тот момент 40 плюс лет. Как только она бросила курить, что у нее произошло? Она пополнела, она набрала вес. И такая говорит, не-не, я не хочу толстеть, поэтому лучше я буду курить.